Всем привет! Сегодня мы посмотрим на икону «Избранные святые» Варлаам Хутынский, Иоанн Милостливый, Параскева и Анастасия с Богоматерью Знамения. Это вторая половина 15 века, Новгород. Поступила из собрания Прохорова в 1898 году Государственный русский музей. Две липовые доски, следы двух односторонних шпонок, ковчег, левкас. А левкас – это название грунта, который представляет собой мел, смешанный с животным или рыбьим клеем с добавлением льняного масла. Информация. Яичная темпера 65,9 на 50,3. Вот такой размер иконы. Итак, кто же здесь изображен? Слева направо. Варлаам Хутынский, родившийся по преданию в 12 веке в Новгороде и основавший неподалеку от него на берегу Волхова Хутынский монастырь. Очень намоленное место, я там частенько бываю достаточно. Очень мне там нравится. Следующий — Александрийский патриарх Иоанн Милостливый, который прославился помощью бедному люду. Далее Параскева Пятница и Анастасия, покровительницы торговли. И вверху иконы образ Богородицы с молитвенно поднятыми руками и с изображением божественного младенца на груди. Ну вот и все. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Сегодня мы узнали, кто изображен на этой иконе. Избранные святые — Варлаам Хутынский, Иоанн Милостливый, Параскева и Анастасия с Богоматерью Знамения.